В чем разница между сделать себя рава и судьи каждого человека на чашу заслуг? И одно, и второе — это высшее знание. Так тогда в чем разница? Сделай себе рава. Называется, что ты относишься к товарищу как к большому. И так ты ставишь его над собой? Теперь... Судьи на чашу заслуг тоже высшее знание должно быть? Да. Так в чем разница? Почему нужно разделять это? Это у тебя есть... У тебя есть разные... Сказать, у тебя есть разные состояния. То это товарищ, то это рав. То такой, как ты, то выше тебя или меньше тебя. И ты хочешь определить свое отношение к нему, что он выше тебя. Так нужно смотреть не по отношению к Творцу. А если взять, например, по отношению к товарищу, так что как это сделать, чтобы сделать рав... Сделать себе рава по отношению к товарищу. Судить товарища на чашу заслуг, то есть он всегда прав, он всегда важен. И так ты относишься к нему. Что еще? А что сделать себе рава по отношению к товарищу? Сделать себе рава тоже. Так нет разницы. Делай себе рава, купи себе товарища. Это что товарищ больше в материальной плоскости, а рав — это в духовной плоскости. Рав — это что он... Что он больше. Вернее сказать, выше знания, когда мы начинаем... судить. Тогда с равом я принимаю его выше своего знания. Куда я не достигаю разумом и своими расчетами, там рав. Также судить на чашу заслуг — это тоже выше знания. Да. Ну.